Миссия такая, у нас имеется чебурашкообразная декорация и куча шариков в таком патронтаже, да, где надо желтый, нам надо просто перебить между собой. Рисуем вот здесь вот резервуар какой-нибудь. Причем нам пофиг, будет он болтаться, не будет болтаться, вообще по барабану. И посреди резервуара делаем колесо для мясорубки. И вот сюда вот приколхозиваем просто палочки вот такие вот, лопасти. О-о-о, полетели шарики. Я не так немножко планировал, я думаю, тогда вот эту вот всю штуковину мы выделим всю и сдвинем немножко вот сюда вот назад. Месилку еще более брутальное сделаю, вращение дам вот этим вот штукам. Все, шар вращается и вращаются лопасти. Я хочу, чтобы они сбивались у меня прямо в воздухе. Давай. Два сбились, два других пролетели, но потом ударились. Следующий удар... Все поударялись. 2361. Меряемся.